Кавказский край, моя сюита, шаги задали ба. У подножия водопадов, которые местные жители огласили медовыми, перезвон серебряных гитарных струн звучит особенно проникновенно. Не случайно именно здесь уже пятый год подряд проходит фестиваль авторской песни, на который из различных уголков нашей родины съехались десятки бардов, чтобы в течение нескольких дней радовать жюри и зрителей своими новыми и уже популярными песнями. Мы пригласили для участия в фестивале наших друзей, ведущих бардов Юга России из Ростова, Ставрополя, Краснодара, Волгограда, Черкесска, ну и, конечно, примут участие в фестивале члены нашего клуба, которые имеют многочисленные звания лауреатов различных бардовских фестивалей. Так что, я думаю, будет интересно, это привлечет внимание гостей нашего курортного региона, любителей авторской песни Юга России, и интерес к фестивалю поистине большой. Каждый участник фестиваля не просто пел и играл на гитаре, но пытался тронуть сердце и душу каждого, кто в этот день посетил бардовский конкурс. К слову, если раньше гости фестиваля любовались красотами нашего края только в рамках экскурсионного тура, то в этот раз смогли сполна насладиться воздухом медовых водопадов, пронзительных песен, глубоких стихов, лучезарных улыбок и искренних объятий. Борис Григорьев приехал в Карачаево-Черкесию из Кисловодска и очень рад, что встретил здесь множество коллег по песенному цеху из самых разных уголков страны. По его мнению, многочисленные творческие контакты обязательно перерастут в крепкую дружбу между участниками фестиваля. Я сюда приехал еще вчера, и мы целую ночь сидели, общались с великолепными ребятами из Краснодара, пели до часу ночи. Ну, классно. С каждым годом в этом фестивале принимает участие все больше авторов-исполнителей. Ведь авторская песня дает им не только возможность выразить себя, но и воспитать у молодежи любовь к родине на лучших образцах бардовской песни. Через слово, через музыку мы все должны понимать. И это единственная возможность объяснить, что не существует границ между культурами, каким-то музыкальным восприятием и воспитанием. Мы все понимаем и любим хорошую поэзию и хорошую музыку. И этот жанр как нельзя лучше дает в коротком формате представление о том, что песня сама по себе – это объединяющее начало людей. В конце фестиваля по традиции между участниками был разыгран приз в специальных номинациях «Лучшее исполнение песни Владимира Высоцкого» и «Лучшая песня о медовых водопадах». Но главное на фестивале не победа и даже не участие, а дружба и песни, которые навсегда связали всех этих людей вместе. Радима Киут, Олег Молхожев, Архыз 24.